Приветики, мальчики! Авторы игры Frostpunk выпускают новый проект, который называется The Alters. Это новая научно-фантастическая игра, где игрокам предстоит заниматься строительством базы от третьего лица. Также им предстоит выживать, управлять ресурсами, и все это непосредственно будет происходить в космосе. Также геймерам предстоит заниматься наукой и исследованиями. Это новая психологическая, философская и очень атмосферная игра в сеттинге будущего. По словам разработчиков, в этой игре заложены огромные смыслы и тайны. В общем и целом, как по мне, интригующий проект. Давайте посмотрим его официальный геймплей. От создателей This War of Mine и Frostpunk. Вот он, сеттинг космического будущего. Записано на ПК. 11 Bit Studios представляет. А что если бы ты мог изменить решения, о которых ты сожалеешь, и ты смог бы увидеть результаты своего выбора собственными глазами? The Alters. В игре рассказывается история простого шахтера, который выжил после аварийной посадки на враждебной планете. Он быстро понимает, что то, что произошло, превратилось в отчаянную борьбу за выживание. Игроку предстоит управлять большой мобильной базой. И еще хуже то, что планета, на которую приземлился герой, вращается вокруг смертоносной палящей звезды. Спасение от солнца главное в этой игре. Несмотря на все усилия, игроку не хватит, чтобы справиться самостоятельно со всеми проблемами. Но проблема, на которой застрял игрок, является родиной таинственного вещества Репидиум. С его помощью и при помощи компьютера игрок сможет создавать альтернативные версии себя. Дилеров. Дилеров? Ладно. Каждый из них — результат изменения важного решения, которое сделал Ян, то есть главный герой. А что если бы я никогда не покидал свой родной город? А что если бы я не покидал колледж? А что если бы я усерднее боролся за сохранение своего брака? Алтари обладают необходимыми навыками, которые позволят добиваться успеха. Также у них есть разные амбиции и жизненные пути. Это может породить проблемы. Перестань притворяться, что ты имеешь представление о том, что я чувствую. Это некомпетентно с вашей стороны. Миссия на грани провала. Черт возьми. Я просто надеюсь, что снова все не испорчу. Хочешь, чтобы отношения были длительными, приложи к этому усилия. Каждый Ян — это отдельная личность. Будет трудно сделать так, чтобы все были счастливы. Тебе нужно иногда научиться говорить «нет». Блин, круто. Но вы должны сделать все, что в ваших силах, потому что трудности будут увеличиваться по мере прохождения этой одиночной игры. Блин, графика главного героя невероятная. Препятствия будут возникать и снаружи. Внутренняя напряженность может оказаться еще более опасной, чем ожидалось. А между тем будут тикать часы смертоносного солнца, и единственный путь домой — это двигаться. В 2024 году. Охренительная и очень странная, как по мне, игра. Мне она очень понравилась. Вообще необычайно странная и очень необычная концепция. Космическое будущее, где главный герой попадает на опасную планету, используя компьютер и таинственный необычный материал, который есть только на этой планете, он создает своих двойников, которые появляются, учитывая прошлое главного героя, то есть
есть, если где-то, допустим, он не спас кошку, он может сделать двойника, который спас кошку, и учитывая это событие, этот двойник будет обладать какими-то особенными навыками. Вообще дурдом какой-то, но мне очень интересно. В принципе, трейлер мне понравился. Интереснейшая и безумно странная концепция, но как стратегия с сюжетом одиночная, мне этот проект очень интересен. Научная фантастика, недалекое будущее, плюс ко всему это стратегия. Так что, конечно же, в эту игру я поиграю. Такие дела. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на мой странный канал за новыми странными видео. Пока-пока и дергайте меня за мои странные бока.